Друзья, всем привет! Меня зовут Роман Морозов, и сегодня я вам покажу, как можно вывести криптовалюту, фиатные деньги, не заплатя за это ни одного цента комиссии. Я для этого использую проект, где я зарабатываю криптовалюту, и вот тут видно мой счет, сколько в данный момент у меня эквивалентные доллары криптовалюты, и я могу его отсюда вывести. Это чисто пример, вот именно так можно без комиссии, потому что если вы пропустите это, это, в принципе, вы тоже можете, если у вас уже где-то вот на Binance конкретно. Я пользуюсь три разных сервисов. Америкапитал, Binance и Adway Cash. И не платя ни одного цента комиссии, я вывожу деньги в фиат. Так, собственно, как я это делаю? Естественно, я сначала их зарабатываю в Америкапитале. Каждый понедельник получаю я прибыль на кошелек. Так, отсюда выбираем либо биткоин, либо Ethereum, либо USDT, что хотим вывести. Принцип одно и то же у всех криптовалют. Идем на Binance. Если вы где-то не зарегистрированы, не переживайте, все ссылки будут в описании под этим видео. Я вам оставлю ссылки, вы можете пройти везде бесплатную регистрацию, но везде надо пройти верификацию. Это важно. Так, и, например, что мы хотим сюда завести? Вот у меня тут уже они стоят в ряду, а если нету, просто сюда забиваем, например, например, биткоин, да, BTC. И просто вот сюда кнопка «Ввод». Аналогично это делается на Ethereum, вот сюда «Ввод», и на доллары. Вот. Так, собственно, ну, например, приблизительно возьмем отсюда адрес тезера, копируем, идем на Америкапитал, отсюда выбираем тоже тезер и просто кнопку вот сюда «Вывод». Все, сюда ставим адрес и сумму, сколько хотим вывести, и деньги выводятся без никаких комиссий на Binance. Собственно, вот если деньги уже на Binance, как отсюда их вывести дальше без комиссии? Вы же вроде бы пользуетесь его или только сегодня начинаете пользоваться. Скажем, вот, ну, я просто приблизительно показываю, поймите, это все, что я показываю, это то, что вы поняли бы, как система работает. А принцип во всех криптовалют одно и то же. Вот, например, у меня тут 700 тронов или там чуть-чуть Ethereum, да. Ну, что дальше делать? Просто нажимаю на кнопку «Торговать», и выбираем отсюда свою национальную криптовалюту. Ну, в моем случае евро. Выбираю евро. И не пугайтесь слова «торговать». Я не собираюсь его торговать. Просто вот есть тут лимитные. Есть маркет. Маркет. Нажимаем «маркет». И продать Ethereum. Все, он автоматически продается. И уже на вашем счету будут ваша национальная валюта. Если сначала тут нету, вот, например, моего вот евро такой, они появятся сюда автоматически, ничего делать особенного не надо, то есть вообще ничего надо делать. И после этого только единственная кнопка «Вывод». Видите, нажимаем «Вывод», и что надо дальше делать? Я же сказал без комиссии, видите, Adway Cash, 0% комиссии. Сюда ставим сумму, и потом надо ставить почту, чем вы зарегистрировались на Adway Cash. Если вы не зарегистрировались, тогда зарегистрируйтесь, ссылка в описании под этим видео. Тут все очень просто. Просто ставим сумму и адрес Adway Cash, и деньги инстантом без комиссии полетят уже на Adway Cash. Вот. Тут у меня взята карточка евроская. Вот тут видно, сколько в данный момент на карте денег и, ну, прочие такие вещи. Деньги прилетят сюда, после этого просто нажимаем на карточку и пополнение. Отсюда выбираем, чем пополняем, скажем, доллары, сумма и пополнить. Все, деньги появятся сюда. И можно идти их тратить, скажем так, магазин или куда угодно. Что, как вообще создать карточку? Тут внизу плюс, тоже надо пройти верификацию, просто создать карточку. И выбираете, какую карту хотите. Либо евровый, либо долларовый. Ну, главное, чтобы была бы карта. Не виртуальная, а именно карта. Вот это знак
показывает, что вы заказываете нормальную, реальную карту. И все. Так можно совершенно без комиссии выводить криптовалюту в фиат. Что я читаю это очень классным способом. Смотрите, ну я постоянно пользуюсь вот картой. Да? Вот это просто кошелек, как я пользуюсь. Минус это, вы понимаете, вывод. Зеленый это вот. Вот карта, да? Вот постоянно я просто хожу в магазине, покупаю, иногда пополняю, естественно. Ну и этот лист можно показывать вам бесконечно. Что я, ну видите, то пополняю, то снимаю. То есть вот таким способом можно совершенно без комиссии выводить криптовалюту, фиатные деньги, используя всего лишь 3 разных сервиса. Амеркапитал для заработка криптовалюты и выводения без комиссии. Binance для обмена валют без комиссии и вывод на AdvoCash. И AdvoCash уже для обналичивания. Так что, друзья, если это видео было вам полезно, ставим лайк, подпишемся на мой канал и делимся этим видео своими друзьями, чтобы они могли бы без комиссии выводить криптовалюту, уже фиатные деньги. А кому более интересно, как зарабатывать на Меркапитале, тогда просто зайдите на моем канале, зайдите в плейлист, и вы полностью узнаете все про Меркапитал, ну прямо вот все. Там действительно есть Меркапитал инструкции и есть просто Меркапитал, где я показываю, как я зарабатываю и прочие фишки. Друзья, всем пока. Зарабатываем честно и, главное, быстро.